Итак, всем добрый день, кому-то доброй ночи. Значит, GTA 5 онлайн. Начну с того, что сделал я новый профиль, сделал как бы e-mail, ну как бы у меня был Steam, я поставил e-mail женский, как бы, ну, знакомой девчонке. Долго я играл в GTA. Долго я играл в GTA на своем профиле, на том, который я еще покупал, устанавливал на дисках. Но при всем сказать, что с 2016 года, с весны 2016 года, до вот весны, как бы, да, 2020 года, за 4 года, но я не постоянно играл, бывает, играл, нет. Мне удалось только получить 53 уровень. Вот единственное, что у меня было видео, что там вот давали вот как раз вот в конце января, начале февраля вот по миллиону, 2 миллиона давали. Мне удалось купить офис, купить оружейный ящик за 540 тысяч. И там еще к офису, к этому Мазы банка за миллион, где купить гараж на 10 машин или на 20, там я не знаю, там внизу 6 стоят, там потом второй уровень. Ну короче, мне за 4 года ничего не удалось, и удалось только вот это... Фарм, короче, фарм. Последний фарм мой был, это вообще ужас. Я за час, короче, беру 3 раза по 3 ящика, отдаю по 17 тысяч. Еще на патроны деньги трачу, 55 отдаю. И за этот час даю это все за 118 тысяч. Еще единственное, 2 машины продаю, которые можно угонять, самые дорогие. Это за 8 и за 9. Короче, заработал 135, отдал 55. В итоге у меня за час получилось 80. Но это совершенно несерьезно. И... я не знаю. Так что сразу скрывать не буду. Заказал я, сделал я новый профиль. Уже купил в Стиме. В Стиме сейчас дешево. 749 рублей. Так что... все хорошо. И заказал прокачку у... и у группы. И у... как группа, она как бы он ютубер, блогер. Все, GTA 5, я не знаю, может быть, другие видео тоже есть. Заказал прокачку дилетанта. Так прокачка называется. Ковен 19, карантин. В этот карантин входит, как я сколько я знаю, я еще не смотрел, а только захожу. Это 100 миллионов и 100 уровень. Вот за 4 года у меня был только 52-53 уровень. Ничего денег я не могу заработать, ни крутую тачку, ничего. Даже на куриму не могу накопить. Уже мы Бизард или купить там вот этот Делюкс или что-нибудь еще там, какую-нибудь там спортивную тачку, просто нереально. Вот в этом, кстати, Диамонт колесо вот это, да. Ну, удалось мне вот этот Марк Первый. Сейчас скажу, как называется. Пегаси опрессор МК первый взять. Ну и эти мотоциклы, на нем не полетаешь вообще. Как я не пытался, на нем не полетаешь. Я как бы пытался с ним что-то сделать. Вот. Да, я немножко начал. Можно было бы, конечно, уже когда я буду в игре. Но я решил немножко пообщаться, прежде чем что-то показывать. Вот. Так что заказал я прокачку вот, в группе дилетанта. Вот. По идее, все должно быть. Вот сейчас я сам не знаю, сейчас я вместе с вами вот все увижу, короче. Было у меня даже еще вроде даже первого уровня не было по этим РП. Я сделал женский скин, назвал его Нелли, как бы это у меня там. Давайте смотреть. Давайте просто смотреть. О, пожалуйста. Все на ваших глазах. Давайте зайдем в казино заодно. И посмотрим, что будет. Места, где можно прыгать. Вот. Thank you.
Так, значит, с парашютом я не мог прыгать, вот я уже могу прыгать. Давайте не будем затягивать, просто зайдем сюда. Вот она, прокачка. 555 рублей. Получаю 101 тысячу. 101 миллион 489 тысяч 806 долларов GTA. Вот видно сразу слева на радаре, она от радара у меня открыто новое оружие РПГ. Я сам очень долго сомневался в этом. Очень долго не решался, как бы сам в это не верил. Мне знакомую девушку, которая ко мне в гости бывает приезжает, зовут Нелли, вот так же она выглядит. Вот. Хотя аккаунт я делал на девушку, с которой встречался в том году летом, на Татьяну. Класс. Класс. Я так не знаю, у меня дома нету, доступа у меня нету, я думаю где-нибудь стать в казино в уголке. И купить какую-нибудь себе квартирку. Вот. А может шампанского выпить, я не знаю. Давайте отметим это дело. Купим шампанское. Вот. Хочу выпивку. Угу. Так, ну... Пивасер, лодка нам не надо. Так, ну нам такие вещи не нужны. Шампанского, но целую бутылку я не хочу. А вот думаю, виски надо выпить за это дело. Мы же в Америке, у них шампанское не принято. Нышка, алкоголичка. Как не придет, либо с банка, либо с чем-то еще. Ну давайте здесь встанем и купим себе недвижимость какую-нибудь. Пока не забыл. Сделаю немножко потише. Потому что будет потом шумно. Вот так вот. Так, ну и давайте купим какую-нибудь квартирку, да? Вот, пожалуйста, на счету. У нас 101 тысяча, да, сейчас? 101 миллион. Так, деньги, услуги. А может сразу офис прикупить? Давайте попробуем офис прикупить. Нет, я что-то не туда зашел. Так. Сразу напомню, что вот эти два офиса никто не советует покупать, потому что находятся они вообще как бы в таком месте, где все тусуются. Неудобный подлет. Этот самый дешевый, а мы возьмем самый дорогой. Так, декор. Декор такой, 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 такой. Мне вот Disney Palace не очень нравится. Давайте оставим обычный декор. Так, персонала выберем мужчину. Название организации. Сейчас напишем.
Не будем писать там ничего такое, company, как просто напишем. Надо немножко удалить это дело. Go. Нет. Да, что-то названием я что-то не подумал, короче. Волгоград. Я уже забыл, как пишется. Волга. Пускай будет Волгоград. Мне так больше нравится. Волгоград. А, все не получается. Пускай будет Волга тогда. Волга Компани. Это будет разумно. Компани. Или Нелли Компани напишем. Давайте напишем Нелли Компани. Нелли Компани, и все. Вот так будет разумнее. Так, оружейный шкаф. Ну, в принципе, он как бы не очень нужен, но и нужен одновременно. Сейф. Сейф он не нужен. Апартамент. Апартамент тоже не нужны, в принципе, ладно. Тогда оружейный шкаф берем, персонал, понятное дело, мужчины, и все. И покупаем. Сейфа нет, апартамент нет, это потом можно будет докупить, насколько я знаю по обзорам. Так, и покупаем, конечно, гараж. Гараж на 2... А, вот получается, значит, гараж я покупал... Значит, у меня там деньги были тогда, я не знаю, на 10 машин покупал. Купим гараж. Так. Вот такие дела у нас. Значит, что еще? Что еще надо купить? Обязательно купить это. Купить квартиру. Я, правда, не знаю, какая квартира с самым лучшим видом. Это как-то в центре больше. У нас офис где-то будет здесь находиться. Давайте пускай будет здесь. А это клабхаус, это все. И не поймут, это вообще здесь, а вот это вот здесь будет. Так нет, я вообще-то хотел сюда куда-нибудь переместиться. Так, а что-то у меня квартира 4, это значит получается... Квартира 4, это значит, по идее, вообще буду на... В каком этаже это буду? Квартира 7.
Нет, не хочу лучше. Вот это мне больше нравится. Обновленный интерьер, все вот это, все дела, короче. Давайте купим недвижимость. Может быть, просто у меня квартира 4, это там каждый из игрок что-то покупает. Покупаем недвижимость и все. Ну да, в принципе, наверное, не финансовые потери, потому что недвижимость нельзя продать. Так. Я стал организацией Nelly Company. Так что вот такие дела. Ну давайте быстренько прокатимся тогда. Посмотрим, где наша квартира, что там за интерьер. Посмотрим все. Обзор, наверное, получится долгим. Не буду его делить на части. Сейчас угоним какую-нибудь машинку и там уже разберемся. Так, это, наверное, машину нельзя взять. А, ну нельзя, конечно. Блин, как они надоели, вот эти звонки, это вообще ужас какой-то. Но все равно я остаюсь человеком, который играл в онлайн вдумчиво, поэтому машины я буду угонять те, которые можно будет продавать. Потому что... Так, что-то мне этот ламар уже достал, короче. Кстати, надо запретить. Эти звонки очень сильно отвлекают от игры. Давай, все уже. Если вам нужно долго... Нужно на другого игрока напали наемники, звоните мне. Вот. Теперь мы катаемся по Лос-Сантосу уже. Так, давайте, там лошадка бегает. У нас пока нету оборудования крутого. Вот, хочется, чтобы тебя не убивали. Так, на вроде никто ничего не объявил за нашу голову награду. Так что, бляха, ну что ты будешь делать, а? Так что давайте по-быстрому доедем до нашей квартиры. Посмотрим, что у нас там. Так как я играл... У GTA 5 онлайн и начинал с нуля, так что с управлением у меня все в порядке. Поэтому, если не конкретные ракеты, то добраться мы сможем очень быстро. Догнать практически, если не вступать в перестрелку, догнать никто не сможет. Вот. Ну, в принципе, да, вот где офис, там квартира находится. Я думаю, если не в этом видео, то в следующем мы купим и клабхаусы, и бункеры, и ангары, и все сразу вместе взятое. Так, ну где офис Мазабанка-то я всегда знаю, как бы. Вот, перед нами кто-то уже появился, давайте уйдем от них по-быстрому, в другую сторону. Потому что идиотов у нас хватает. Ну, у нас не то, что идиоты, я их так называю, потому что убивать на ровном месте, это как-то ну, несерьезно получается. Вот. Вот, поэтому я их так называю, да, как бы. Так, где мой гараж-то? Надо запомнить, куда заезжать-то надо. О, прям квартира оказалась напротив офиса. Вообще прикольно. До этого-то я привык приезжать, может, немножко запутался. После этого ваш новый ассистент. Наверняка у вас было много кандидатов на эту должность, так что спасибо, кто взял меня. Вы об этом не пожалеете. Я сижу в вашем крутом офисе и готов вам во всем этом. Заходите, займемся новой сетью. Так, ну, понятное дело, что... Так, где у меня лифт-то здесь? Я не помню.
как мне быть-то? Я просто еще такие гаражи не покупал, поэтому как бы... А, у меня же делив здесь должен быть, да? Вот. Мы сейчас посмотрим нашу новую квартиру, какой там вид из квартиры и все остальное. Так, и вот прям у нас квартира прям напротив офиса Ломбанка, где у нас находится офис. Ну, отметим это дело вином. Что-то у меня тут все вышли резко, я не знаю. У меня с интернет-соединением вроде все в порядке. Но вообще может быть и к лучшему. Если останемся один сессии, можно и пофармить будет. Потому что смотрите, я сейчас честно вам говорю, я ничего не делал. Ничего не выдергивал. Так, а что, у нас нету никого, что ли? Летная школа доступна, отмечена на карте. Так, значит, у нас... По идее, что надо еще сделать? О, в текущей сессии остались одни. Вообще круто. Можно будет и пофармить. Так. Ну, давайте теперь посмотрим, когда мы становимся не то что миллионерами, а у нас когда 100 миллионов, посмотрим. Посмотрим, что можно купить из транспорта. Кстати, на мод я как бы работал. Давайте купим из транспорта тогда что-нибудь. Так. Так, первым делом это... Надо что взять было? Каринку Риму взять. Вот. Где наша Каринку Риму-то? Говорят, это обязательная машина, которую надо брать. Я просто не знаю. Вот она, вот она. Часть обновления, ограбления. Вот она. Каринку Риму бронированная. Так, ну... Ну это смешно будет просто. Так, оптовая цена, это как оптовая цена? Я не знаю, как оптовая цена. Берем одну и все. Господи. Офисный гараж. Так, мы ее поставим. Ну куда мы ее поставим? Давайте мы ее поставим. В офисный гараж, да? Так. Теперь что обязательно надо купить? Все говорили, обязательно надо купить. Это делюксы и штурмовой визор. Давайте посмотрим, где у нас тут штурмовой визор. Я не знаю, правда, где его можно найти, поэтому... Пытаюсь как-нибудь. Пока не вижу. Чего-то не вижу. А еще говорят, тампу надо с оружием купить. Она как бы не требует... Я просто не знаю, где этот вертолет-то. О, штурмовой Бизард, пожалуйста. Вот я, значит, куда не листал, да? Штурмовой Бизард. Угу. Ну, берем тогда. Штурмовой Бизард. Сейчас скоро доставят ваш
транспорт. А куда он его доставит? Так, еще надо брать. Так. Что надо еще брать? Нам надо еще поехать, кстати, в магазин оружия прикупить. Где у нас Делюкс, короче? Вот. Да, еще раз скажу, что долго я не решался, очень долго не решался я взять. Я что-то не могу найти Делюксы. Долго я не решался взять все-таки прокачку. Все думал своими силами. Сейчас чуть-чуть еще и... Я не знаю, где Делюкс-то, короче. Я не знаю просто. Давайте попробуем так написать. Делюкс. Не получится так. Давайте здесь искать тогда. Я уже не знаю даже, где искать. А, вот. Вот, Делюксо. Делюксо, а не Делюксо. Ну, брать надо. Конечно, я понимаю, что беру не по скидкам, но... 3550, ну, 4, ну, почти 5 миллионов. Но когда у тебя 930... 93 миллиона, я думаю, можно взять. Можно взять. Оптовая цена, такая цена. Так, офисный гараж. Давайте поставим в офисный гараж, да? То, что он нам понадобится для этого. Так. Значит, мы купили вертолет, купили Куриму. Надо еще взять тампу с оружием. Где эта тампа с оружием? Так, Делюкса мы взяли. Так. Говорят, там как-то модифицировать надо ее будет. Она как бы нужна не совсем для фарма, она нужна еще для чего-то. Так, и мы поставим ее в квартиру, да? Вот такая тампа с оружием. И заодно нам надо поехать прикупить оружие как бы для себя. Ну, как правило, я использую бронебойный пистолет, миниган. Одну какую-нибудь снайперку возьму, возьму пулемет. Ну, сейчас мы доедем и все увидим. Вот и все. Так что вот такая у нас квартира. Сейчас еще доедем в оружейный, купим еще чего-нибудь. Так, выйти на улицу, выйти в гараж. Потому что уровень у меня был, даже еще первого не было, поэтому... Ну, может быть, первый был, я не знаю точно. Так, у нас что-то нет ничего. Кстати, музыка играет из этого Epsilon программы. Ну давайте пока мы одни, доедем, все-таки по привычке я сдам машину. Это вроде за 8 тысяч идет. Ну как мы хорошо из гаража выезжаем, да? А, вот все, пожалуйста. А где офис у нас? А офис у нас с другой стороны, да, чтобы запомнить мне. Я выезжаю. Вот так вот, да? И сразу же оказываюсь в своем офисе. Вот здесь у меня, значит, по идее, въезд в гараж. Так, ну ладно, давайте пока доедем, прокатимся, посмотрим, что в онлайне. Кстати, вот этот джип лучше брать даже было.
Вот этот джип, кстати, он дороже. Давайте попробуем этот забрать. Все равно никого нету. Вот этот идет за 9. Ну, как бы, когда были движения, когда были игроки, конечно, я там не рисковал, чтобы за мою голову назначили награду. Так, у нас вроде никого нету, да, в этом? А теперь я могу посещать стриптиз-клубы. Они обозначены на карте. Так я вроде и мог. Я, кстати, тогда познакомился с девушкой, как обычно, в сюжетном режиме. Но встретиться с ней не получилось. Так что, как говорится... Кстати, забыл рассказать. Вчера еще поехал. У меня же как бы этот был куплен компьютер у Эльдорадо. Ну, позапрошлом году. Процессор i3 81200 3.6. Поставил уже еще одну новую видеокарту. Была RX 550, 4 гига, поставил GTX. Вот сейчас играю 1050 Ti на 4 гигабайта. Вот. RX 550 на 4 гигабайта оставалось. Поехал за 6,5. Первого, кстати, на Авито можно найти. Не знаю, есть у него еще, нет. Последний взял. Купил FX61200. 6 ядер, 6 потоков. Поставил оперативки. У меня было, у него было 2 плашки по 2. Я поставил свои 2 по 4. Вот. Итого у меня получилось FX61200 2011-2012 года выпуска процессор, RX550 на 4 гигабайта, 8 оперативки DDR3. Ну, в принципе, неплохо. Вот это мне еще очень нравилось угонять. Она, кстати, продается тоже в гараже за 8200. Та, на которой первые мы ехали за 8, эти джипы по 9 отдаются. Но надо всегда ждать, по 45 минут я засекал. Вот. Так, и поехали в офис. Поехали в офис, заодно и посмотрим. Я как бы уже фармил в плане... Фарм делал в плане это... грузов, а вот по поводу доставки автомобиля у меня уже денег, понятное дело, что когда играешь самостоятельно, не хватало. Так, мне эта музыка надоела. Поэтому мне интересно по доставке автомобиля, что можно заработать вообще. Потому что по поводу доставки грузов я уже говорил, что взял 3 раза по 3 ящика по 18 тысяч. Еще, ну, пока стрелялся на патроны, потратил 1000. 55 тысяч потратил. А... О, кстати, она стоит, ждет. Ну, пускай ждет. Вот. А заработал 118 за час. За час сдал две такие машины. Одну вот такую сдал, которая стоит за 8. И один вот такой джип сдал за 9. И то заработал 135, отдал 55. В итоге за час у меня получилось всего на все 80 тысяч. Ну, как бы 80 тысяч в GTA, сейчас искать, это в принципе ни о чем. Давайте посмотрим, как он именно отвечает в офисе. Посмотрим наши машины. По идее, на крыше должен стоять вертолет. Вот она Делюкса, вот она Курима. Вертолет должен быть на крыше. Лифт вот здесь. Так. Вид у нас на океан. Да, Ломбанк покруче. Аж вид на океан. Да, ну уже стемнело, правда, но все-таки. Кстати, даже когда я собрал новый компьютер, мне показалось, что он более стабильнее работает. У меня сейчас показывает, я снимаю сейчас на Bandicam, и во время съемки у меня показывает 114-115 FPS. Нормально.
Очень даже более чем нормальный. Давайте поднимемся на крышу. Посмотрим, как там. Что у нас там хорошего, что у нас там плохого. Угу. Так, ну это понятно, это вид на северо-запад, скажем так, да? Вот она наша площадка. А где же наш Бизер-то? Вот. Это уже на юго, на запад. Так, нет, этот вид был на северо-восток, а это на юго-запад. Ну классно, классно. А как мы можем вертолет вызывать себе? По идее зайти, как бы нам предложат выбрать транспортное средство. Я не знаю. Честно говоря, не знаю. Ну да ладно. Значит, ладно, так пускай будет. Так, войдем в офис. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Добро пожаловать, я ваш персональный ассистент. Моя задача сделать вашу жизнь легкой и приятной, также помогать разбираться с вашими делами. Зона для отдыха, за ней кабинет директора. Смотрите, тут есть все, что нужно основателю компании в кант-индустрии. Вот зал заседаний. Оружейный шкаф установлен в соответствии с вашими пожеланиями. Если хотите, здесь можно поставить сейф. Наверное, все же зависит от того, как пойдут дела у... Эту стену можно пробить и сделать для вас личное пространство, чтобы негде, где было прилично отдохнуть. Посмотрите описание на сайте Династии 8. Но самое главное, это ваш компьютер. Здесь у вас есть доступ к сети, и этот бизнес на новый уровень. Я все вам расскажу, когда вы в первый раз экскурсию закончила. Осматривайтесь, располагайтесь. По идее, мы не успели войти, а он нам уже все рассказал. Ну, в принципе, все так, такой же офис, как и в Мазабанк, я думаю, такой же интерьер везде. Эльк у нас уже боссом стал, так что вот так вот. Вот. Это не в дом отдыха. А, мы же хотели оружие прикупить, ну да ладно. Оружие прикупим попозже. У меня как бы вот это все от Тани Саранск идет. Так, спецгруз. Я брал, я не помню уже где брал. Я брал что попроще. Вот сюда. Нет, я что-то не помню. Где у нас вот это? 16 ящиков. А, здесь просто ящиков можно больше. Ну давайте по привычке возьму на 16 ящиков. Там уже разберемся. Но подъезд сюда очень удобный, поэтому покупаем. Так. И перевозка транспорта. Перевозка транспорта. Я не знаю, что где куда. 40 транспортных средств. Я уже думаю, куда будет даже удобнее добираться, надо смотреть. Но по идее, удобнее добираться, конечно, вот этот будет проще. Нужно где-нибудь поближе к трассе, чтобы это все было. Вот это он как бы немножко по трассам отдаленный будет. Вот здесь, мне кажется, удобнее всего будет. Вот здесь. Может быть здесь. Ну, как правило, все это делается поближе к офису, поэтому я не знаю там. Хотя, в принципе, время проходит. Надо думать. Потому что они же не на трассе находятся, поэтому... Это вообще отдаленно будет. Ну, здесь заезд как бы такой.
Денег всего игроков мне волнует. Хотя, в принципе, я играю без игроков. Поэтому. Ну, это очень как бы так, да. Тут не развернешься. Но всегда, когда делаешь покупку, надо думать. Потому что потом ты никуда от нее не денешься. Если даже можно будет продать, ты продашь уже не за 2675, а, думаю, за 800. Вот. Это, конечно, когда денег нету. Это менее удачные варианты. Вот это вот. Здесь можно будет заплутать в городе. Вот здесь, я думаю, мне кажется, разумнее всего. Будет взять. Фиг его знает. Фиг его знает, надо все смотреть, все думать. Так сходу не угадаешь. Ну уж точно не сюда, потому что здесь ты ни с какой стороны не подъедешь. Вот здесь удобнее даже будет. Даже удобнее будет, мне кажется, вот здесь. С какой стороны не посмотреть. Ну, нам супер-пупер не надо. Ну, хотелось бы, конечно, покрасивее, поэтому пускай будет престижнее. Так. Нет, я пока не знаю, что надо делать. Мы, кстати, еще оружие не прикупили. Поэтому надо поехать купить оружие. Так, а у нас тут появился, кстати. Так что рано я радовался, что я один в сессии. Поэтому надо будет поехать купить оружие. Так, ну, пойдемте в офисный гараж. Возьмем Куриму и попробуем ее модернизировать, да? Делюкс я пока летать не умею, так что возьмем Куриму. Хотя, мне кажется, она и так модернизированная полностью. Да, в реальности. Не, ну в реальности можно ехать, но видно, конечно, все меньше. Так, сколько у нас игроков сейчас? То, что тут. А ну 3 игрока. Да? Так, ну дальше я не знаю, буду я видео снимать или нет по поводу модернизации автомобилей. Но выезд действительно из гаража очень удобный, как мы все видим, да? Так, а мы тоже стали шефом, у нас на радаре видно, что вокруг нас кружочек идет. Так что спасибо дилетанту. Я увидел, как бы я не был, я тоже в Ютубе есть, естественно, как и все остальные. Смотрю видео, загружаю свои. Вот. Как бы не подписывался, только недавно подписался. Видео мне нравились его. Вот, все как бы. Интересно, а как это может девушка снять проститутку себе? И вот это больше всего интереснее. А как вообще можно снять проститутку? Девушка может снять. Вот это я потом проверю, конечно. У нас пока денег все равно нет. Наличных. Хотя, в принципе, можно уже. Можно же взять и деньги, услуги. Снять, допустим, 500 баксов снимем, да? Так. И как девушка может снять девочку? А в этом транспортном средстве я не могу снять девочку. Хорошо. Сейчас мы доедем, возьмем другое транспортное средство. Хорошо. Наша машинка пока подождет.
Они уж куда-то все исчезли. Блин, время-то сколько? Да время еще детское, скажем так. А девочек уже и нету. По идее, до 5 утра должны точно работать. А там на пляже точно есть. Самый интересный момент. Очень интересный момент, как девушка снимает девушку. Да, Анелька. Старость не радость. Интересно, какая услуга будет. Ну давайте попробуем так, короче. Strapon.ru, да? Да. Ну я понимаю Куни, но Куни как-то надо было бы и залезть бы вниз. Ну да ладно. Пускай хотя бы будет так. Аж причмокивает. Класс. Класс. Ладно. Может, тут бабы тоже с этими. Да? Все. Хорошего понемножку. Иди отряхивайся, а мы поехали дальше. Вот так вот бывает. Вот. Идет девушка, на самом деле, то ли... Девушка, то ли не девушка, то ли, может, пристегнулась ее себе. Вот. Сейчас уже все перепутали. Вчера на улицу вышел, такого пацана встретил. Ну, пока я вышел из магазина, решил мороженого поесть. Смотрю, идет, не знаю, там, не намалеванные, волосы покрашены. Волосы покрашены. Все цветастое, серо-бурмалиновый, зелененький, красненький, какие-то футболочки, штанишки там. Полупрозрачные, полуболтаются, какие-то босоножки желтые, фиолетовые, розовые. Я в шоке, короче. Ну, жизнь-то пошла, а. Неизвестно, что было лучше и правильнее раньше, по понятиям, или сейчас сделать, что хочешь. Так что и раньше, и сейчас неизвестно, что от кого ожидать. Так. Там надо вообще оружие покупить. Да, нам сейчас достанут нас, блядь. Нас могут достать. Давайте кружочек сделаем, так будет разумнее, короче. Я так по радару смотрю, какой-то тут бегает. Фиг его знает, что он хочет. Так, оружие нам надо было там взять, да? Ну, я, конечно, пойду по геолокации, поэтому понятным причинам